Очевидно, что сильнее всего коронавирус ударил по владельцам малого и среднего бизнеса. Центр инжиниринга, входящий в инфраструктуру «Мой бизнес», помогает местным бизнесменам оставаться на плаву. В перечне мер поддержки – разработка сайтов, интернет-магазинов, а также патентные услуги. Пойдя навстречу предпринимателям, все услуги, если раньше они оказывались с софинансированием в размере 10-25%, то сейчас, независимо от вида услуг, это софинансирование снижено до 1%. Ниже, к сожалению, законодатель нам это сделать не позволяет, поэтому вот минимальные такие вот условия для бизнеса, ну, вполне приемлемы. Надо сразу сказать, что бизнес отреагировал на это снижение и как бы заявок, ну, не побоюсь этого слова, на те или иные виды услуг в этом году было и есть в разы больше. Перечень услуг, он достаточно обширен. Мы акцентировали внимание именно вот на брендовых направлениях и патентных направлениях, что вот сейчас вот эти два направления, они еще открыты.